Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 877. Скорость катера по течению реки равна 32,6 км в час, а его собственная скорость 30,4 км в час. Найдите скорость течения и скорость катера против течения реки. Для того, чтобы найти скорость течения, мы должны вычесть из 32,6 30,4. Мы вычли из скорости катера по течению, вычли его собственную скорость, вычтем сейчас. И таким образом мы найдем скорость течения. 32,6 минус 30,4. 6 минус 4 – 2, 2 минус 0 – 2, 3 минус 3 – 0. Запятую ставим там, где же и запятая уменьшаемого вычитаемого. И записываем результат. 2,2 км в час. Это скорость течения реки. Скорость течения реки. Теперь, если мы знаем скорость течения реки и знаем собственную скорость катера, то мы можем вычислить скорость против течения реки. Собственная скорость 30,4. Если мы из этой скорости вычтем скорость течения, то получим скорость катера против течения реки. 30,4 минус 2,2. 4 минус 2 – 2. Теперь 0 минус 2. Занимаем единичку здесь. 10 минус 2 – 8. Вместо тройки – двойка. Запятую ставим под запятыми из уменьшаемого и вычитаемого. Записываем результат. 28,2 – это километров в час. И это скорость катера против течения реки. Читаем вопрос задачи. Найдите скорость течения и скорость катера против течения реки. Скорость течения 2,2 км в час. И скорость катера против течения реки 28,2 км в час. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.